Здравствуйте! С вами я, Светлана, и вы на моем канале «В гостях у Марми». Это видео будет посвящено всем моим вязальным помощникам, ну, в простонародье, вязальным приблудам, которые нужны нам, вязальщицам. У меня спрашивали в комментариях на видео, когда видели, что там у меня за блокаторы, какими спицами я пользуюсь. Я уже, ну, наверное, полгода, как обещаю, все показать. Но вчера в чате в Телеграм поднялся вопрос про спицы, кто какими пользуется сейчас, кто раньше. Ну и это колыхнуло, наверное, где-то там в Божьей канцелярии какие-то обстоятельства. И вот у меня сегодня появилось время и возможность, и я покажу то, что есть. Итак, что мы здесь видим? Здесь спицы. Чтобы освободить место для них, давайте посмотрим на блокаторы, на носки. Как-то вот сейчас захватила всех носочная лихорадка. Носки вяжут все, мне кажется, единицы, кто не подвергся этому вирусу. Не даю объяснения, почему все так. Как это так вообще все? Но сейчас носки это уже не как способ утеплиться, а средство реализации, такое вот творчество, какие только никакие они бывают. Меня этот вирус тоже поглотил уже 3,5 года назад, как все началось. Вот блокаторы, которые являются незаменимым помощником в моей носочной вязальной жизни. Спицы отодвинем. У меня есть... Я так думаю, что все размеры, которые мне нужны в работе. Ну, как, от мала до велика. То есть здесь как вот такие железные блокаторы, вы видите, да? Еще такие, не буду называть фирмы, потому что все вы и так все знаете. Если будут вопросы, пишите в комментариях или я оставлю ссылку на чат в Телеграм. Там девчонки тоже подскажут, если что-то, как какие-то вопросы возникнут. Ну, и я там нахожусь. В общем, вот такие блокаторы у меня есть. Вот такие для совсем маленьких. Такие 11,5 сантиметров, 6-9 месяцев. Я уже не вспомню, где я их приобретала, откуда они у меня. Это еще с эпохи Инстаграм, насколько я помню, вот эти вот блокаторы. Вот эти, ай-яй-яй, исторические спицы упали. Да, они имеют такой звон. Вот эти на Валберес. Это я точно помню, потому что когда внучка родилась, я вязала на них, сушила пинетки, носочки. Вот эти вот у меня недавно. В общем, вот такая вот приблуда помощницы мои. Я езжу на ярмарку и носочки вешаю на такие блокаторы разного размера для наглядности, причем не парой вешаю, а поштучно. То есть размер один, а цвета, ну, пара будут разные. То есть здесь на блокаторе висит один носок, а его второй носок лежит где-нибудь под прилавком. И здесь также на любых других размерах аналогично. Поэтому блокаторы для наглядности всегда у меня есть. И сушить на них удобно. И все время хочу попробовать отпарить. Никогда не делала, но наслышана, что так тоже можно попробовать. И металлические блокаторы с ними ничего не будет. Они уже проверены благоустойчивостью. Ну вот хочу, не делала еще, но как-нибудь поэкспериментирую спортивного интереса ради. В общем, вот такие металлические. Еще у меня есть такие блокаторы, тоже со времен Инстаграм. Мне они неудобны. Я не считаю их must-have'ом, как... Раньше они позиционировались, что на все размеры вот эти вот штучки переставляются, удлиняется стопа на любой размер.
по неопытности своей я купилась на это дело, но тогда я носки вязала крайне мало, просто крайне мало. Для меня это было какое-то состояние жесткой надобности перетерпеть там и кого-то утеплить. Это было у меня не творчеством, я не понимала, как мне удобно. И помню, покупала эти блокаторы в надежде, что мне будет достаточно этих пар. Еще у меня сейчас варежки покажу. Но практика показала, что фигня. Не получается на все размеры. Есть, конечно, все вот эти резинки, которые можно переплетать. Но мне крайне неудобно. Плюс узкий поголенок на большую длину стопы тоже не камильфо. В общем, среднестатистический размер я выбрала, не помню, 37-й, наверное, здесь. Так, на глаз, если 36-37. А скотчем завязала, и это у меня в постоянной размерной сетке сейчас находится. Ничего не представляю, никуда не меняю. Так вот для фотографии красиво бывает сфотографировать. Но вот написано, да, 35-36 даже. 22 сантиметра, и больше как бы никак. Сушить на них тоже неудобно. Я сушу на вот таких крючочках от ванных принадлежностей. Так, цепляю их несколько у меня там штук. И таким образом у меня сохнут носочки. Больше никак. Ну, положить, да, хорошо. Ронять не роняла. Слышала, что они бьются, но у меня вроде все как, ничего такого, потому что цена на них совсем не дешевая. Мне металлические нравятся гораздо больше. Они прям вот жесткая рабочая лошадка. Вообще к ним без претензий. Уронил ли ты их там на улице, оставил? Никаких проблем. Где-то, где, что они там, даже душа не переживает. А за эти вот переживает. Потому что, да, красиво, но того не стоит. 24, 7, 37, 38. Вот на постоянном скотчем залепила, чтобы вот здесь вот эти промежутки не выпадали. Когда носочки натягиваются, здесь полотно впукливается туда, и готовая работа уже имеет, ну, неприглядный вид. Смотря с чем сравнивать, конечно. Кто-то вообще не сушит носочки и считает это нормальным. И мне вот надо, чтобы ровненькие краешки все были. Поэтому это вот зациклилось на этом. И все вот эти ровные края. Я пробовала вначале, когда вот они у меня были только такие, делать самодельные блокаторы, вырезала по ним, переставляла размеры. Потом я встречала уже, когда девочки начали вырезать из досок, из фикс-прайса, но на тот момент я уже нашла металлические блокаторы, сначала вот эти вот в оплетке в белой, не скажу, из какого магазина, вот даже не вспомню, но я думаю, что они настолько распространены, что все про них знают. Такие, и вышла на Wildberries на те металлические, с простой вот металлической проволокой. Мне вообще все нравится. Что-то где-то хотите поправить, вот так растянули поголенок пошире, все, проблема вообще отпали. Ну, вообще это все регулируется. Так, это блокаторы, ну, незаменимые. Я вообще не представляю, как без них, поэтому у меня целый парк их, хоть на ярмарку, хоть для себя, вот правильность обработки изделия. Еще, если мы о блокаторах, а то они у меня здесь с краю лежат. Вот такие блокаторы у меня на варежке. Мне они нравятся, что вот этот пальчик, он у них подвижный. Однозначно, это для меня вещь незаменимая оказалась. Потому что одеваешь, когда варежку, и пальчик загинаешь, потом в пальчик вставляешь. В общем, вообще все прекрасно, все хорошо. Размер такой средний. В общем, вот к варежкам у меня претензий нет. Как-то вот в практике меня они не подводили. И рукавичка у них такая длинная. Можно подлиннее связать. В общем, вообще без проблем. Ну и сушу, конечно, да, вот всегда на вот таких
от ванной шторы, держателях, петельках. Вот так. Ну и продемонстрировать красиво, когда там на фотографию все, все вот это резное. Но да, вот хрупкость. Но сколько им лет у меня уже? Ну далеко за 5 точно. Лет 7-8. Ну, то есть они постоянно в работе и в прекрасном виде, я считаю. Даже я их храняла, но ничего. У них совсем не тонкая, не тонкий материал. Не буду врать, как он там называется. И насколько я помню, кто выпускал вот эти блокаторы... Блин, вдруг я сейчас назову и ошибусь. А Линье нет. Но не буду врать. Можно погуглить. И они достаточно распространены. Ну, в общем, пока вот меня они не подвели. То есть вот прочные, не хрустальные, не бьются, ну, роняют. Нет, я их не бросаю, на них не сажусь, но они не гибкие, конечно, не гнутся, но вполне нормальные, мне очень нравятся. Это вот теперь, ну, да, очень-очень долго. Перчатки я не вязала и не блокирую. Митинги, да, а перчатки нет. Поэтому блокаторов перчаточных у меня однозначно нет. Видела, тоже вот такие же видела, с пальчиками. Не знаю, не пробовала даже. Один раз, по-моему, я себе связала перчатку, перчатки. Но все это на себе, на руках, и как бы ничего не сушила, не блокировала, и как-то это вот прошло мимо меня. Что еще по ножной теме? Да, вот у меня такая нога есть. Это слитки, когда вязала, и тоже вот на ярмарке красиво продемонстрировать. А будь, так сказать, ну, анатомические части тела, куда же без них деваться? Манекены, так сказать. И вот такие вот для пинеток тоже есть. Это просто красиво так показать, представить. Есть еще манекен нога. Можно, конечно, было и не показывать, но коль уж начали все, то давайте уж все, что есть. Ну, вот такая вот пара ног у меня. Ну, не буду остальные копытца доставать. Это скорее для демонстрации, нежели как для сушки. Но в любом случае гольф здесь прекрасно ложится. Чулки я не вязала. И поэтому, ну, я думаю, что дойдут руки. Прекрасная демонстрация будет на манекене, как в магазине. Таких у меня пара ног стоит обычно. Или висит, или стоит. Но размер здесь маленький, поэтому здесь прям, наверное, 35-й вообще. И для блокировки он, конечно, не считается, но чисто для демонстрации узора и вот так вот для красоты. Я не сторонник демонстрации на ногах, поэтому манекены мне всегда в помощь. Так, такие ножные приблуды и еще носки я сушу на вот на таких помогаторах. Обычная вешалка, в ванную комнату цепляешь, и здесь можно сразу несколько штук сушить. То есть еще такие вещи я тоже вожу на ярмарку для демонстрации готовой пары. Для ассортимента вот такой висит там наверху на проволочке, или какая-то там перекладина сверху есть, и можно ее так повертеть. Если кому интересно посмотреть, что там представлено. Таких у меня несколько штук, и обычно вот они сверху висят. Хоть яркие, детские, красочные, интересные пинетки. Они маленькие, яркие, привлекают внимание, то все здесь. Яблочки я здесь вешала, кстати, да, вот свои яблочки тоже надо показать. Ну, это, конечно, к приблудам не относится, но как визитная карточка нашего города Белёва,
Белевская пастила, да, вот наш символ яблока, и поэтому яблоки куда же без них. Давайте пройдемся по головам. Ноги мы посмотрели, давайте головы почистим. Вот, друг, я вообще не знаю, сколько лет вот этой вот черепушке. А здесь такой небольшой размер головы, что детские шапочки, не совсем вот прям рудничковые, а детские шапочки на продажу, когда мы в песочнице уже выходили с девчонками, ну, детки уже самостоятельно, мы могли посидеть на лавочках, потрепаться, и всегда какие-то интересные модельки на головах. Я вязала подружкам, у них девочки, у меня мальчик. И когда кто-то спрашивал что-то показать, я помню, я одевала на этот чехолдом сюда и демонстрировала модель, которую я, если кому-то вяжу, то есть не на ребенке, а на вот этой вот головешке. Или на, также на ярмарке он стоит, сверху шапочка, а еще вот такая передвижная конструкция, тоже это ярмарочный вариант. Если я не ошибаюсь, я заказывала, по-моему, на Алиэкспресс. Ну, мне кажется, что точно не на Валберес, мне кажется, на Али. Но, я говорю, это было как-то уже прям давно. Вот так собирается. И, ой, извините, голова не влазит. Вот так она крепится. Это тоже такой вот разборный ярмарочный вариант. Очень удобно. Не надо чехолдон такой тащить. Взял вот такие проволочки, поставил. И вот тебе уже конструкция в сборе. Сюда можно надеть шапку. Я одевала бактус, по-моему, вот сверху. Ну и пока мы по головам идем, для шапок у меня тоже есть вот такие вешалки. Вот так это выглядит, когда демонстрирую на ярмарках работы свои. Они вот так висят на таких вешалках. Вешалку вам не видно. Сейчас я шапку сниму. Вот такая вешалка. Но это уже моя доработка, чтобы вместе с варежками, перчатками или что здесь будет, митинги, вот на таких вот этих прищепочках от, ну, вот той подвесной сушилки. Вот так. Вот такая вешалка. У меня их несколько штук. И вот. Очень удобно, чтобы вот все попало в кадр. Обожаю эти вешалки. Штук 5 у меня их, не больше точно, но мне этого достаточно для демонстрации, когда что-то вот показываешь. Здесь небольшой так наклон проволоки идет, чтобы удобно было натягивать шапку сверху. Вот как она смотрится на такой конструкции. Вот так. Все зависит от модели, которую вы хотите показать. Все эти складочки. Вот если повыше вас вот так поднять. Помощнички. Так, вот такие вещи, да? Так. Возвращаемся к носкам. У меня вот такой вот измеритель есть. Это тоже для работы на ярмарке, ну, чтобы наглядно было. Даю как, там, следочки, чулочки. И человек ставит ногу сюда. И так раз и готово. То есть понимаешь, какой размер, когда они хотят что-то померить, но сомневаются в своем размере или что-то на заказ, то вот благодаря ему. Ну, это как бы красиво, эстетично. Если, ну, как бы кто-то там по телефону или просто просит, то, конечно, нарисуйте свою ножку на тетрадке в клеточку.
тут уже такая, такой помощник, не помощник. Вот такая вещь у меня, видео было, ну, конечно же, в том году. Я такой, знаете ли, регулярный съемщик, ну, не могу сказать, блогер. Ну, вот это у меня был подарок, такая вещь, техника безопасности у нас на работе. Девчонки приезжали, и вот такую штучку мне подарили. Ну что ж, а теперь давайте к спицам перейдем. Сейчас покажу сначала волшебные палочки. Это то, вот эти вот весла, которые остались у меня, ну, я не знаю, на память, наверное. Ну, куда их еще деть? Ну, пусть лежат. Может быть, деткам, я так думаю, дам попробовать повязать трикотажную пряжу. Вообще, я для себя даже оставила девятку эту. Планировала коту кошачий домик связать. Да, собственно, я вообще ушла мысли по древу. В общем, это те спицы, которые из моей прошлой жизни, когда еще вязали из гаммы. Я не покажу вам сейчас совсем свои старые спицы, которые у меня были. Потому что я, наверное, прикреплю фотографию. Да, вот сейчас отодвину. И вот здесь в уголочек постараюсь найти фотографию в Инстаграм. Девчонка у меня попросила их в подарок своей дочке. И она мне присылала фотографию, как, когда получила. В общем, спицы легендарные, на капельнице, металлические, обычные. В общем, с тех спиц я думала, какой мне купить набор. Но если я с теми прожила всю свою, так сказать, подростковую сознательную жизнь, то, будучи взрослую в предвкушении вязальную жизнь, я выбирала, какие спицы мне купить. Много слушала. Я, конечно же, купила, сейчас покажу. Это полный комплект. Два ряда спиц здесь было. И когда... Сейчас открою. Когда я вязала плечевые, самая распространенная нумерация у меня была, конечно, по эту сторону. То есть вот 2,75 до 5. Тройки не было, но это всем известно сейчас. Тройку я докупала тогда сразу. А эта сторона у меня оставалась неиспользованной. Она мне и не нужна была. 9-10 шали я не вязала. И, ну, вот зачем? Я все время в работе, они у меня были туда-сюда, туда-сюда. Они мне не нужны. Свейшоп, что ли? Как-то вот, по-моему, оттуда заказывала. Но в любом случае, я выбрала чагу. Я много смотрела, слушала. Тогда тоже ассортимент был не такой большой. Были у меня ади золотой и с красной леской. Не подружилась. Купила чагу, и, собственно, на этом мой выбор остановился. Иногда я ухожу в блудство попробовать какие-то другие спицы. И хая-хая, и... тулип, как они там, розовые. В общем, все, что сейчас выходит, периодически я позволяю себе попробовать. Куплю, потом перепродаю. Не лежит у меня душа вот к ним, вот совсем никак. Никого не ругаю, не хвалю, но понимаю, что вот данные спицы для меня, беговая лошадка рабочая, она у меня подобрана опытом моего вязания. Здесь классические 13-сантиметровые и 10-сантиметровые спицы. Все, не все туда, видите, потому что проекты там лежат, там. Тащить, конечно же, не буду. И это шапочные. Ну, собственно, почему я 10-сантиметровые покупала? Потому что удобно вязать шапки. В основном тройка 2,75. Налево поставил, направо тройку и погнал по кругу.
Прекрасно, мне все нравилось. Есть и неразъемный. Это чистая тройка. Но попробовав их, я их, конечно, никуда не деваю, не перепродаю, пусть лежат до своего времени, долежатся. Но мне все-таки нравится, когда с левой спицы, с подачи на 0,5, там 0,25, все-таки меньше. Как-то у меня круг быстрее циркулируется. Что здесь еще? Те же чагу, но только бамбук. Ну, четверка, это я шаль, по-моему, кофточку из махера вязала. На металлических мне скользила. Я попробовала на бамбуке. Ну и, собственно, на этом и остановилась. Здесь выборочные номера. Все у меня есть, которые нужны. Десятки и 13. Набор лесок. Тоже все, которые для вязания, то есть тут и коннекторы, вот заглушки, пакетики, конечно, не новые, уже потрёпанные. Обязательные вот такие маркеры, я только такими пользуюсь, все эти лампочки, это вот это моя любовь любовная. Никаких других мне, собственно, и не надо. Но они у меня есть, но я пользуюсь лампочками более, чем меня устраивает. Здесь я сама подпорола вот этот шов и сделала такие кармашки. Ну да, я не сказала, что спицы, которые у меня были в правом ряду, я продала. Продала без чехла, соответственно. Я помню, за 5000 я их продала. Я прекрасно помню. Ну, конечно же, они подорожали. Это было, может быть, слегка за несколько месяцев до ковида, наверное. Как-то так вот. Докупила себе еще пятерку. Пятерку. Да, вот пятерку докупила. Потому что вязала детский плед. Пять с половиной. Пятерка здесь есть, а вот это 5,5. Но так как 5,5, да, вот 5,5 резкость есть. Так как 5,5 это уже другой ряд, тут нужны лески. Ну, тут эски, эмки, элки, да, вы же все в курсе. Соответственно, и L-ку докупила к 5,5 спице длинную 125 сантиметров. И такая коробка у меня от такой серой лески Хай-Хай, которая сейчас новый набор вышел с вращающимся стаканчиком. Леска сотка у меня, по-моему, да? 93 сантиметра. Хорошая леска, гибкая, мягкая, стаканчик вращается у нее. Носки за счет плотности на ней я не вяжу, потому что, ну, вы все сами тоже знаете, стык здесь ужасный, да? Как можно подобрать культурное слово? Но таким образом я пришла к выводу, к своему, что носки я вяжу на неразъемных спицах. У меня был набор мини такой же, в маленьком черном чехольчике с сеткой. Я его тоже продала. Там был набор спиц, если здесь 2,75, тот 2,5 и ниже. Такие зубочистки, которые... Хрупкие, маленькие, нежные, но я попробовала вязать на них носочки, но за счет того, что там очень хлипкая вот эта часть, ну, где скручивается леска, я с этой идеей простилась. Ну, фокусироваться он, конечно же, не будет. Ну, вы поняли, да, вот это вот место, оно... Держишь, когда в руке, плотность большая, и
вот эту часть я все время боялась сломать. И когда появился опыт у девчонок, кто ее ломает, я сразу продала, потому что для большего они мне не нужны. Вяжу я мэджиком, меня все устраивает. И на тот момент я купила, наверное, свои первые неразъемные спицы Чагу. И вообще полностью убедилась в том, что мне тот набор не нужен, я его продала. Однозначно адепт Чагу. И до сих пор я не изменяю ему, никакие спицы мне больше не... Ему хоть не нравится. Может быть, и нравится. Но понравились и положила в сторонку. А эти, те бы я меня не носила, чем бы я ни вязала, я все равно вернусь к ним. У меня еще есть... Для примерки, я помню, вот такие лески надевала, гибкие. Тогда еще не было серых, были вот эти вот белые, прозрачные, с крутящимся кончиком. Это лески от бамбуковых спиц Чагу. Ну, на примерку коннекторами я соединяла, и мне вообще все... Все сюда устраивало. Меня не напрягало покрутить леску. Ну, вообще без проблем. Ну, и, соответственно, да, вот упаковка и линейка с измерениями. Ну, измерения в Чагу, собственно, зачем нужны, когда все выгравировано на спице. То, что чехол такой тряпочный, ну, то тоже мне не с чехлом жить. Мне нутрянка нужна. Нутрянка меня вполне устраивает. В общем, такой набор... Мой любимый набор, вы уже поняли, да? Ну и так как я начала покупать неразъемные спицы, конструкторы отошли на задний план, а неразъемные спицы начали скапливаться, соответственно, их тоже надо было куда-то положить. Где они у меня хранились? Просто скрученные лежали. Однозначно... Я как-то сразу слила все спицы, которые были у меня на... Гибкой лески, да? Гибкая, так называется. Ну вот, как капельница-то. Ну, гибкие лески, да? В общем, я оставила себе гамму и китайский на металлическом тросике. И Чагу начала закупать по размерам. И вот такой домик для них образовался 2 года назад. Не позже. Мне вполне хватает всех вот этих вкладышей, которые здесь есть. Я ничего не докупала. Вот как оно есть. Вот так вот у меня и наполняется. Ничего. Мне хватает. Вот здесь у меня размерный ряд от 1,5. Ну, это Чагу, видите, да? Ой, извините. Гамовский. Возможно, даже китайские. Но тогда китайских как-то и не было. Была гамма, панорама. А вот Джаньсунь, там вот эти вот всякие с буковками, как-то... Я не помню, чтобы они у меня были. Ну или если покупаю в магазине спицы, но все равно там же была упаковка. Ну, в общем, с этими спицами я не прощаюсь. Это... всегда в работе. Даже с Чагу я могу легко пересесть на такие вот металлические. И все равно вернусь потом к Чагу. Но, тем не менее, чтобы понять, какой вкусный бутерброд с маслом и с икрой, хочется и хлебушка черного пожевать. Мне очень нравится. И вот по таким размерным кармашкам они все лежат. Эксперименты с новыми спицами, которые стали появляться, вот те же Ади, единорожки с пупырышками, что-то у меня оседало, но Чагу и гамовские все равно остались неизменными. Ну да, вот тут до тройки, дальше у меня нету в этом чехле, а на тройках 2,5-3, ну 2,5, 2,75 и 3 – это вот шерстяные носки, ну, скажем, бабушкины, да, такие вот тяжелые шерстяные. Там уже на двоечке не повяжешь, а на троечке вполне заходит. Пробовала в свое время на таких вот легендарные Ади Crazy Trio,
гамма их, ну, как бы, повторюшка ихняя. Тоже пробовала, но пришла к выводу, что мэджиком и два носка это просто у меня... Ну, зачем изобретать велосипед, да, когда он уже есть? И это гарантия того, что у меня будет парный носок, что это будет вообще два носка. Ну, 100 500 плюсов могу повязать по отдельности, но Magic это вот просто, ну, не знаю, ну, любовь. И даже без чувства просто решение всех моих проблем, возникающих когда-то в свое время, синдром одного носка, как это сейчас называется, идентичность второго носка с первым, ну, как-то Magic мне решил все проблемы. Зная, что можно вязать и колодцем друг за другом, не меняя плотности. Нет, у меня Magic. Меня все устраивает, могу, умею, практикую. Если захочется мне черного хлебушка, я поиграю с ними. Но вот они лежат, я их не продаю, они у меня есть. Ну, кто знает, куда меня там торкнет человек настроение. Здесь спицы, вот единорожки, как там, с розовой леской. Да, еще вот был года два назад, наверное, как-то вот спицы китайские, не Чагу, они... Тиагу, что ли, вот на разных таких лесках. Правильно, я вот эти достала вроде бы. Вроде у меня 2,25 были. Они как бы как Тиагу, но за 300 рублей. Я повелась. Первую партию, наверное, два размера я купила. Тут же продала. Ну, думаю, читая отзывы, решила, что, наверное, у меня была какая-то выбраковка. Вот и гроза началась. Гром и молния. И, послушав, почитав отзывы, решила дать шанс и купила еще одну пару, но уже, если те были у меня с Алиэкспресс, то эти, по-моему, с Валберес, с проверенной точки, где там кто-то покупал. В общем, я купила, они у меня есть, но это чисто на переснять проект, если мне что-то надо освободить, те спицы рабочие, не больше. Я не могу на них вязать. Не буду спорить, утверждать. Это не Чагу для меня. Как бы их ни сравнивали, сколько бы там вот ни говорили. Нет, не Чагу. Совсем не они. Не обманывайтесь. Не они. Вот по мне лучше гамма, вот этот Китай, на металлической леске, чем вот эти. Но оставила, как бы вот что есть. Mindful, правильно назвала? Думаю, да? Тоже покупала. Нет, стыки безобразные, вот эта вот леска с памятью. Нет, нет. Зачем усложнять себе жизнь, если все уже отработано до упрощения? Ну, зачем мучиться-то? Что здесь еще покажу? А, ну и вот это тоже уже не новинка. Прибор для спиц вот чулочных, когда вяжешь. Сюда они прячутся. Так, у меня здесь есть проект. Сейчас на кресле лежит. Сейчас покажу. Завалила кресло этими блокаторами. Ну, вот так. Вот спицы сюда положил. И все, и забыл. То есть проект взял с собой, нигде ничего не наколол, спицы не помял, все лежит, оставил ли на кресле, ушел, все на месте. Тоже это уже не новинка, но я не знаю. Ну, года два, наверное. Точно она есть уже. Их три цвета, по-моему, продаются. Ну, три штуки, про цвета не знаю. Это вот дежурная третья и две трубочки у меня в работе. В общем, вот такой чехольчик тоже всем уже известный, потому что как раз пробовали, так и практикуются. Есть еще не на заклепке, а на бантике завязывается.
А, кстати, где-то у меня есть еще один чехол для китайских спиц. Я пробовала между тем и этим. Попробовать его найти, если. Вот такой черный с японским иероглифом. Но как-то я остановилась на вот этом. А про тот хорошо, что вспомнила. Надо его найти. Угу. Спицы чулочные, это же легенда. И куда же без них? А вот в чем хранятся чулочные спицы, я вам покажу сейчас, что есть у меня. Я такой органайзер не встречала нигде и ни у кого. Может быть, это моя художественная школа сказалась когда-то. Что-то в голове щелкнуло, и я хранение для кистей, кисти перенесла образно на чулочные спицы. Вот так, наверное, надо было сразу снимать с высоты птичьего полета. Но вот как получилось. Вот такой чехол. Что здесь есть? Вот такая веревочка для переноса. Здесь все не просто так продумано. Сейчас все покажу и объясню. Ну, просто перенести, если вам надо, вот, пожалуйста. Перешли вы в другую спальню, куда-то с собой взяли, вот. Все плотный чехол. Это не полом, это все так задумано. Обычный замочек. И открываем. Тыдыщ. Вот такая вот картина. И раз. И вот такая вот картина продолжается. Шорты превращаются. Все, зафиксировали. И вот стоят наши спицы. Вот в таком виде. Когда ты вяжешь образец, не знаешь, какой номер спиц тебе подобрать. Перед тобой вся гамма. Все, что тебе надо, все номера. Спицы у меня однозначно Knitpro. Пробовала и карбоны пробовала, и чагу. Не вижу разницы в цене таких вот простых металлических. Китайские, наверное, даже. Не знаю. У меня ходовые 20 сантиметров, есть пятнашечки. Но это скорее исключение, чем правило. Вот такие большие меня не смущают, мне ничто не мешается, ничто мне не колется. Для измерения, если я где-то что-то засомневалась, ну и так вот, для позитивчика так красивенько. Линейка закройщика, ну это, наверное, профессионально, они у меня везде во всем. Что-то где-то, образец померить. И вот такой вот стоит передо мной, да, и я пробую. Погнала образец вязать, отвязала полотно там, например, три, переехала на другое, взяла отсюда же. Ничто никуда не девается, все вот они на месте, стоят прочно, достал, отвязал, запихнул, все, все у тебя готово. Или ты на проект вытащил и ушел довязывать, или отвязываешь образец, какой, что там тебе надо. Ну и все, и закрыл так чехольчик. Сложил, закрыл и убрал. Все. Это органайзер для кистей, для художников. Они выходят писать картины, да, вот так вот кисти у них стоят, и они по очереди, когда пишут, достают тот номер, который им нужен. Здесь вот несколько рядов, тут сзади еще есть записную книжечку положить, если надо. Там, ну, у меня этого добра, записных тетрадочек, листиков больше, чем сюда что-то может вместиться. Что-то тут у меня вот есть. А, о, какие маленькие у меня тут есть. Ну, это вот для пальчиков, для игрушек, прям совсем малыши. То, когда надо будет, потом не вспомнишь. Сейчас мы их положим в кармашек. Пусть лежат здесь, на видном месте. Чтобы уж не завалялся.
Заначку можно сюда от мужа прятать. Да? Вот такие вот, вот такой чехол. Вот от души всем рекомендую, попробуйте. Вам точно зайдет. Интересненько. Свернул, закрыл, убрал. Готов. Чехол, собственно, я вам показала, что осталось по остаточному принципу. Маркеры, наверное, да? Маркеры есть у меня разные, но я не пользуюсь никакими такими благами цивилизации, красотами всякими этими навесными, прекрасными. А вот на таком далеком расстоянии нужно фокусировать, да? Были у меня есть натуральные, а почему вот тоже есть вот с натуральным камушком. Блин, тяжелые. Но если я буду вязать кардиган килограммовый, полуторакилограммовый, они не почувствуются, конечно. А если вот что-то легенькое, то нет. Ну, лампочки это мое все. Вот без них никуда. Есть пластмасски, есть у меня разные, но нет. Вяжу и пользуюсь лампочками. И какое счастье, что их там изобрели. Они есть разноцветные. Но у меня классический набор золото, серебро и черный, по-моему, хватает. Я в них даже и стираю, если там что-то где-то носки нет, не попадались. А вот плечевые попадались мне иной раз. Пропустишь, не снимешь и простираешь. Ржавеет, но снял и выкинул, и забыл. Эконом-вариант и очень практично. Не вижу как бы вообще в них какой-то проблемы. Ну вот здесь у меня отложенные предметы, которыми я не пользуюсь, но они имеют место быть. Ну, конечно же, как же без этих ножничек, да? Цапельки. В Инстаграм всегда было принято положить красиво цапельки, тут спицы, ну, возможно, даже уголочек от чагу. Все это все так красиво. Ярн М у меня, это подарок, по-моему, мне шел. Вот такие вот отложенные лески и спицы. Я ими не пользуюсь. Вот они у меня лежат. Не помню, для чего я их отложила. Ну, вот лежат и лежат. Это для вязания жаккарда. Это мне даже муж купил. Но тоже давно было дело. На Алиэкспресс. Но жаккард я вяжу без всего. Без всех приблуд. Есть у меня еще правильный наконечник. Гамовский был. Тоже мута хрень. Ну, вот, вот этот как-то ну, попробую. Даю я ему шанс, но не сейчас точно. Вполне я справляюсь с руками. Жаккард у меня с протяжками. Без протяжек не вязала. Это вот в сторонку отложенное. Что еще я вам покажу? В сторонку отложены у меня вот такие спицы. Резиночки, да, которые ну, вот косички плетут, там вставляют этими резиночками всякие фенечки. Маркер. Ну, на петельку набрасываешь, резиночку потом срезаешь. Это все от плечевых у меня осталось. Здесь плечевые швы снять. Измеритель спиц. Тоже на плечевые швы снять. Сантиметр китайский. Это помпончики делать. Делала. Да, помню, делала. Но это, мне кажется, еще, я не знаю, ну, очень давно им лет. Ну, прям лет 15, наверное. Эти спицы, вот как у меня даже подписано, 8, 4,5, 5, это плечевые от кофточек. Сейчас я пока не вяжу, поэтому все это лежит отдельно. Ну, вот панорама была и гамма. Больше, собственно, ничего не было. Есть у меня еще вот такие примовские спицы. Размер 2 и 2,5. И все вроде бы в них хорошо.
Даже прощаю я им эту леску с памятью, она не так прям закручивается, как там та же гамма. Но я колю ими палец. Да, вот ими. Ничего, ни хай-хай. Я не могу вязать на двойках, вот, ну, на этих, на маленьких, на примовских. Не могу, мне некомфортно. Я держу в руке, понимаю, я не то держу. Мне неудобно. Прекрасные спицы. Я могу на них отвязать, но мне всегда хочется пересесть на либо чагушку, ну, на крайняк гамму. Но не могу я примовские. Вот, не знаю, покупала на Валберс, был такой эконом-вариант, думаю, но мы раньше вязали на прим, после гаммы были очень элитные спицы. И когда-то я их себе позволила, не эти, когда вязала плечевые побольше размер был, а номер спиц побольше был. Я на них вязала, и это было в кайф. Это было очень интересно. А вот когда я попробовала на носочные пересесть, я не могу. Мне больно. Мне больно вот этот вот конец. Вот этот кончик спицы. Мне кажется, чагу гораздо тоньше. Может быть, и, кстати, я не подталкиваю спицу пальцем. Не подталкиваю. Но, может быть, мне не хватает вот этот вязание на кончиках спиц. Но не получается мне с ними подружиться. И лежат они вот отдельные. Может быть, дождутся когда-нибудь своего хозяина, своего любителя и ценителя, но не в моем лице. Вот так вот раньше я и хранила, собственно, все спицы в таком варианте. Так скручивали. Умеете так скручивать? Ничего хитрого здесь нету. Разматываете и дыщ. Дыщ. Все. Готово. И вот так спицы лежат в упаковочке. Ну и я не хотела показывать, но пусть уж как будет. Натурпродукт без всяких приукрас. Время инстаграмных идеализаций вроде бы ушло. Поэтому покажу свой органайзер, которым я пользуюсь в быту. Он совершенно не убранный. Вот он как есть, так и есть. Ничего не убирал. Вообще, мало там что-то почистить, что-то лишнее убрать. Вот как он лежал сейчас на кресле, где я вяжу, так вот он здесь и есть. Это всегда с собой беру, что здесь у меня есть. Ножницы. Ну, это, конечно, это медицинская сталь, это еще с работы. Я не знаю, мне кажется, 20 лет там точно. Маленькие ножнички, но вместо цапелек, да, вот. Очень тонкий носик, медицинская сталь. Крючок 3,5 к картопу мне подарила Оксана, тоже в период Инстаграм. И ни на что его не меняю, моя палочка-выручалочка, всегда беру когда в руки, вспоминаю ее. И, ну, я с крючками на очень-очень уважительном «вы». Но вот он у меня есть. У меня есть еще крючки, сейчас покажу, какие крючки. Это у меня осталось от вышивки, вышивала на носках. Вот такие вот органайзеры для мулине. Ну, а я вот здесь наматывала шерстяные ниточки. Говорю, я предупреждала, здесь может быть всякий мусор. Это вот от тюля вешала. Ну, конечно же, карандаш, ластик дежурный тоже всегда с собой. Это переснять плечи, но варежки, когда вяжешь, что они тоже всегда как-то пригождаются. И плюс вот носочки скеф.
Я вязала, там тоже надо было переснять петли. И модель я вязала часто, и поэтому, ну, они мне всегда пригождаются, я знаю, что они у меня есть. Вот такие. Вот крючок тот самый, да, девятый, легендарный. Да, вот как те спицы, так и крючок. И, конечно же, крючочки мои золотые. Ой, хоть с вами порядок наведу, девочки. А пилочка это дежурная. Вдруг где-то там заусенец, огорода пришел, что-то не камильфо, там подточила, чтобы пряжа приятно тактильно шла. Положу на место. Ну, всем известно, да, для привязания кос, для снятия петелек. Пока этим не пользуюсь, а то, что маленькое, ну, плету косы без вспомогательной спицы. Эти измерители рядов просто здесь, ну, как бы, чтобы не потерялись, подобраны на спице. И мои крючки 1,7, 0,9. Это когда что-то надо поднять очень тоненько, ну, даже в основном покупное, когда где-то петелька бежит. Нужно быстренько, как у крючководов, все же по-разному держат, да? Так, да, так, по-моему, как ложку. В общем, я вот так держу. Я ничего не вяжу, ну, в смысле, вот какие там изделия я не вяжу. Но если что-то подвязываю, обрабатываю, то крючок я держу вот так. Ну, и вот так, как он тоненький, в таком чехле. Чехол еще не потерялся, кстати. А мой любимый картопу. Девятка. И вот такой, не знаю, Китай, Япония, что это, тут 2,5. Наборный крючок, делаем наборный ряд. Ну, сейчас не только на плечевых же, и на носках тоже, носки с подворотом. Он не закреплен. То есть вязать им невозможно, но и крепить его мне тоже не нужно. Потому что когда я набираю воздушные петли, мне этого достаточно. А потом переснять на спицу, я просто снимаю. Снимаю его, он отсюда выходит. Ну, подставляю, спицы нет, но подставляю спицу вот так вот. И плавненько переснимаю петельки на спицу. Сюда брум переезжает. Поэтому он у меня не заклеенный. На больших проектах, конечно, меня бесит, если он болтается в разные стороны, но для больших, ну, я, собственно, большими там сильно большими и не увлекаюсь, но как помогалка он у меня есть. Такой вот. Ничего я им не вяжу, может быть, если его зафиксировать и можно что-то вязать, ну, где я, где крючок, то вообще очень далеко, не тянет, и слава богу, там меня еще не было, и мне туда не надо. Но я даже в детстве всегда, когда вот к подружке, помню, приходила, у нее мама вязала крючком, и там у нее серванты, все помните серванты? Стенки, да, вот эти серванты и за стеклом, хрусталь, и там на стеклянной полочке связанные крючком, грибочки, корзиночки, какие-то салфеточки. Я любовалась, я просто сидела как завороженная, просто смотрела. Но вот как-то не потянуло меня вязать, научиться. А что здесь еще? Вот такие блокаторы для чулочных спиц. Такие, как он, примусский напалечник-то для вязания жаккарда. Но как-то мне тоже не зашло. Девочки, не забываем, да, что у меня здесь может быть мусор. Возможно, это кошачья игрушка, как бы не прибежала. Ну, такие носочки, сердечки, это скорее для красоты где-то там фиксируются, но в работе нет. Вот здесь, вот в этом отделении можно поковыряться. Это так называемые маркеры, да, вот что я говорю. Маркерами, которыми я не пользуюсь и которыми я пользуюсь. Вот такие маркеры с клубочками. Я просто не могу от них отказаться. Это такая милота, и сколько бы я прелести не встречала, такие я обожаю.
Вот просто любовь. Ну вот как можно не любить, да? Вот вообще. Я могу не пользоваться, но они у меня есть. И когда я их вешаю, с удовольствием на них смотрю. Ходовой счетчик рядов. Как вам здесь видно? Сейчас я подвину. Так, да? Что здесь еще? Вот такие маркеры. Тоже тяжеленькие. Ну вот они покрылись некой такой вот темненькие. Потому что они в работе были всегда. Это были мои любимые маркеры с Мишкой. Я Мишке вязала. Мишка сын, зовут его Михаил. А тут Мишек у нас везде. Мишка Мишкой погоняет. Игрушки Мишки, все с Мишками. Ну и вся вот эта детская тематика. Вот все было с Мишками. Здесь... такой маркер от Кати. Ну, не буду как бы ничего больше говорить. Я думаю, что понимают, о ком я. Ковка Мисти, по-моему, да? Вот это ее маркер, визитная карточка была. Вот она мне через нее я что-то заказывала, она мне вот дарила. Так. Здесь вот такие маркеры. Тоже легенькие, с бусинками. Вот тоже вот это тот единственный, который у меня в работе. Все, что у меня было не в работе, я продала. Прям вот за чуть ли не за шоколадку, по-моему, хорошие маркеры я пробовала, но мне не заходит. Покупала ручной работы, магазины. Помню, у Викенти брала в Инстаграм наборы. Кстати, от нее у меня остались. Если я не ошибаюсь, да, вот такой набор. Значит, где-то, наверное, еще лежит продолжение. В общем, тема лягушки — это моя тема. Когда-нибудь мы про это тоже поговорим. Лягушки у меня везде и всегда. Так, вот такие маркеры. Это тоже. Тут какой-то камень, кошачий глаз, что ли. В общем, все это можно долго рассматривать, но в практике вязать этим мне не очень нравилось. Это счетчик. Блин, нет, не буду отстегивать. Счетчики рядов. Такой. Ну и маркер прогресса, да, так его называют. Такие вот легенькие. Мне вполне импонирует. Ну, в основном маркером прогресса я могла в последнее время пользоваться, а вот счетчик рядов на ряде. Но это было в плечевых изделиях. Сейчас они мне не нужны. Но они лежат, они очень нежные, тонкие, абсолютно невесомые. Поэтому у них есть шанс быть в работе. Поэтому они лежат и ждут своего часа. Долежатся, я думаю. Это я хотела убрать, но теперь уже не буду шуршать. Что здесь еще посмотрим? Маркеры, так вот так вам, да, удобнее. Вот такие заглушки для спиц. Они в основном на плечевых, да, на тоненьких для носочков, в таких вот безопаснее. Эти крупноватые, это для чагушек, вот 2,75, которые... размер идет. Ну, это вообще вот покрупнее. Тут четверочка смело, пятерка. Ну и, соответственно, здесь у меня маркеры чагу. Вот они. Очень люблю вот эти колечки. Вот они вторые после лампочек. На спицах быстро перекинул кольцо и погнал. Это вот вообще. Люблю, люблю. Но именно чагушные. Есть такие китайские круглые, но нет. Чагушные, они другие. Ну и как вот эти цветные называются? Я уже не... А, вот, кстати, китайские. Нет, они с чагу абсолютно не сравнятся. Ни по качеству, ни по приятности, ни по... ну, вот они сами со спицы соскакивают, вот когда надо их перенести. А эти такие вот, ну, какие-то... Эти лучше, но эти тоже неплохие.
Вот эти маркеры есть, наверное, у всех всегда и всегда были, и всегда будут. Ну, в общем, собственно, что здесь еще можно смотреть? Вот хоть пуговицы отсюда выбрала. Уже хорошо. Такие цветные. Это тоже рабочая лошадка. Ну и иголки, конечно же. Иглы. Это от вышивания, но все равно иногда помогает. Что ты там, когда вышиваешь по петлям. Ну и такой магнитик лежит. И здесь трикотажные иглы. У меня металлические, пластмассовые, у меня как-то не очень. Ну и ключик для чего. Вот так. Здесь вообще вот этот, ну, скажем так, органайзер, да, он двухсторонний. Покажу вторую сторону. Здесь я была очень давно. Очень. Поэтому здесь практически ничего нет. Это иголочки для шали, да, вот когда плечевые натягиваешь для сушки, тут они лежат. Ну, а это, видимо, здесь от каких-то проектов у меня оставалось. Пусть оно лежит. Ну, сюда тоже можно ложить все, что, как говорится, душе удобно. Вот эти три не очень глубокие, три глубокие. Вот такой маркер есть, он никуда не девается, не пересыпается. Что ты там с ним не делал, уронил бы или как потряс, ничто не происходит. Ну вот, собственно, и все. Как-то, я думала, видео будет коротким. Я хотела объединить с литературой, но, наверное, книги оставлю в другое видео. Мне кажется, что достаточно. Поэтому пусть это будет вязальные приблуды. А литературу, которая у меня есть, мы посмотрим с вами в следующем видео. Девочки, снова здравствуйте. Сделаю небольшой подсъем. Так получилось, что когда я видео говорила про чехол китайский, который надо бы показать, я его вот как вот он пришел, вот я даже не помню, с Валберес он или где я его покупала, вот вообще не помню. Знаю, что он вот так вот и лежит. Я его встречала у себя в комнате, но не доставала, не пользовалась. То есть вот у меня был тот, который я вам показывала с круговыми спицами, и больше я ничего не меняла, но я его покупала для интереса спортивного. Вот такой он достаточно хороший, но у меня тот не меняется, и я не помню, в подарок я его, что ли, хотела кому-то подарить. Себе на запас. Не помню. Но, тем не менее, вот такой чехол. Блин, ну, наверное, скорее всего, все-таки на Валберес. В общем, вот такой чехол я искала сейчас у себя. И обнаружила то, что видео у меня все равно уже не получается меньше часа. А делить его по частям не вижу смысла, поэтому добью уже как есть, но обзор моих вязальных приблуд будет не совсем полноценным, если я вам не покажу сейчас то, что у меня есть в работе, и чем я пользуюсь, но я не показала его в начале видео, но постараюсь коротко о главном пробежаться, покажу вам свою моталку. Девочки, не молодая, не молодая моталка у меня. Вот такая обычная на Алиэкспресс. Я даже не буду ее оттуда вынать, потому что это прерогатива супруга. Он мне ее достает, мотает. Как он тут это все... Ну вот, я уже даже не могу положить обратно. Как он тут ее укладывает, это только одному Богу известно. Я не мотаю, не устанавливаю. Максимум, что я делаю, это пасму на зонтик натяну. Вот зонтик у меня такой. Я не представляю вообще работу с пасмами без вот таких помощников. Поэтому, кто имеет, вы молодцы. Вы согласитесь, что это незаменимые атрибуты моталка и зонтик. Очень упрощает нашу бытность сейчас. Раньше такого не было. Ну, как раньше? Ну,
совсем там раньше. Сейчас есть все для удобства, для полноценной работы, для ускорения процесса, для сбережения времени. Ну, прежде всего, конечно, комфорт. Вот такой зонтик с моталкой. Это просто незаменимые вещи. У меня в работе всегда. А что еще помимо них? Я все по дороге нашла, когда искала тот чехол. У меня есть вот такая сетка, не буду доставать, покажу ее на фотографии для сушки. Обычно это зимой или ну, над чем-то, над каким-то беседки могу повесить. То есть открываешь, и вот такая сетка выпрямляется, и кладешь туда готовые изделия. Так я сушила в основном плечевые. Очень быстро сохнут, потому что поддув идет сверху, снизу. Она свободно перенес, куда там тебе удобно. Диаметр у нее 58 сантиметров. Вообще прекрасно. Детские вещи вязала. Все замечательно. Носки не сушила, но они этого не требуют. Поэтому, ну, оно есть. Вернусь к плечевым. В любом случае будет в работе. На вот таких... как сказать, детских, да, наверное, таки, детском коврике раскладывала. Вы там в моем пенале видели иголочки для блокировки? Вот блокировала на вот таком коврике, раскладывала, палантин ли это, деталь какая-то, образец, кофточка, все что угодно. Не буду вытаскивать из пакетов, потому что сейчас я этим не пользуюсь. Убрала в сторонку. Надо будет, достану. Но оно все есть, оно все целое, немножко использованное, но подождет своего часа. Так, такие дорожки. Что еще покажу? Всем известный, да? Примовский. Это, я помню, мне дочь дарила года 3 назад для плетения шнура. Вот. Тоже незаменимый помощник. Шнуроплет. Дальше. Дальше. Еще у меня в работе были вот такое устройство для плетения цветочков всяких разных. Такого рода. Цветочки закладываются нитью. Такой цветочек, детские платьюшки вязала когда и украшала сюда бисеринку. Ну вот любила я это дело, мне вообще нравились такие кучеряшечки. Их легко делать, можно украсить, да в принципе все что угодно. И это не обязательно может быть нитка, это может быть джут, лента, что угодно. Расставляешь тут вот иголками нужный тебе цветочек и погнал плести, мотать, сцепил, и все готово. Радиус одинаковый, и все нормально. Вообще, насколько я знаю, недорогая вещь, но пусть лежит. У меня внучка растет, может, мы с ней как сделаем какие-нибудь поделочки вот с такими цветочками. Видите, здесь в образце на ободочек можно сделать. Бусики всякие, заколочки. Вот. Но это все интересно, все просто, главное. Вообще без проблем все сделается. Если кому надо, вот прям советую. Если кто-то любит все вот эти вот штучки, хвостики. Потому что вот это расстояние петли сложно бывает порой соблюсти. Но здесь вот прям прекрасно. Вот. Надо ее, наверное, не убрать. Надо связать носочек и вот таких вот цветочков наделать. Они мягкие, стираются легко, ничего с ним не бывает. В общем, вот такой гаджет. А что еще? Пользуюсь вот таким цветовым кругом для себя. Посмотреть круговой круг Итона. Правильно назвала это? Цветовой круг. Не знаю, автор что-то на язык мне упало. Ну, по-моему, так он называется. Это еще, наверное, в период
художественных моих экзекуций. Ну, нравится мне посмотреть, если что-то забыл, опять же, объяснить детям, что с чем смешать и как что получится. Сын не любит рисовать у меня, он вообще не в меня. И очень долго ему... Он любит экспериментировать, но объяснять ему приходится часто, что вот, вот такое вот все. Ну и вот, соответственно, здесь. Правила треугольника, квадрата. Это мы еще проходили в художественной школе, но когда он был в продаже, я его, помню, купила. И, то есть, ну, вообще прекрасная вещь. Мне очень нравится, и детям... Это тоже зайдет сочетание цветовое. Старшая у меня пользуется при... Она делает торты. При цветовых решениях декорации этих вот сладких блюд иной раз подглядывает. Я видела, она смотрела сочетание и гармонию. Потому что одно дело где-то в интернете что-то найти и поэкспериментировать самой тоже интересно. Так, вот такая вещь. Еще покажу, чем пользуюсь всегда. В схемах это, кто вяжет по схемам, просто незаменимый помощник. Я вообще не знаю, как без него раньше жила. Есть у меня вот такая основа, но это обычная как бы папка, корона, обложка. В канцелярии продается. Здесь... Так вот, бегающий язычок. И есть вот такая магнитная доска. На Валберес брала. Да, точно. И так, сейчас еще к ней деталь одну покажу. Схожу сейчас за ней. И ну вот так как бы ее держать в работе неудобно. Я в эту папочку кладу. Сюда она держит хорошо. Схема у меня есть изображена. Здесь страничка, куда можно вложить там какие-то карандашики, карандашики сюда, какие-то подсказки, листики или еще что-то. А здесь схема, по которой вы вяжете. Очень удобно так поставить перед собой и смотреть на схему. И вот этот вот магнитик, он все хорошо пристает и прекрасно читается. Так, к нему есть вот такая вот лупа. Я ею не пользовалась. Это скорее для вышивки, но тем не менее она имеет место быть. Мы не молодеем. И тут вот она схемку держишь, и она увеличивает. Намагничивается, и все видно, как вам удобно. Вот такая магнитная доска. Вообще шикарный помощник. Просто незаменимый. Раньше что-то экспериментировали мы в молодости. Это на плотную основу делали резинку, натягивали и листик клали, и эту резиночку переставляли, когда по схеме вязали. А сейчас вот этой доской вообще проблем нет. Вообще. И кто не любит жаккард, сложно смотреть на рисунок, вывязывать. Это жаккард и так непростая вещь. А тут еще смотреть, следить за строчкой. Схемы бывают разные, длинные. А здесь прям вообще прекрасная вещь. Ну, как угодно. Вот этот язычок, он вообще длинный. На самую длинную схему можно сделать. Ну, в общем, девочки, вообще прекрасная вещь. А покажу еще, чем пользуюсь. Когда вяжу из бобинок, да, так проще сказать. Есть у меня в работе, когда вязала плечевые из бобин, тогда еще не было бобинодержателей. Потом появились примовские, да, деревянные. Потом какие сейчас и на Валберес, какие только никакие есть. И самодельные, и мастера по этим делам есть. Однокатушечные, двухкатушечные, одноярусные, двухъярусные. Был у меня такой восьмеркой на две бобины. Скрипел, как собака злая. Я его продала. Как бы, может быть, можно было поковыряться, посмотреть, подмазать. Но мне он был не нужен.
Я потратила деньги, потратила, он у меня простоял. Но, наверное, я не смогла его приготовить. Ну, так выражение, да? У меня был такой самодельный с палеозойской эры, это обычный полотенцесушитель. И муж мне сделал здесь, сейчас эту палку сниму. А вот здесь вставлял от, как он называется-то, органайзер канцелярский. И сверху полотенцесушитель. Все это соединили с основой. Она тяжеленькая достаточно, вот эта вещь. И бобинку я вот так вставляла. Сейчас фантик сниму. И все, и фиксировался, и никуда ничего не девалось, и вполне вязалось так вот без всяких затрат финансовых. Вот. Он хорошо идет. Ну, так вот поразвлекаться вполне можно. Но с такими держателями, как бы порой бобина требует направление нити не горизонтальное, а вертикальное. Зачастую. То есть, ну, как я не люблю, когда вот она стоит, ты ее тянешь, она разматывается, тут петелька какая-нибудь получается. Не очень люблю. Я люблю поставить на пол вниз. И, соответственно, она стоит на полу, я вверх тяну, она идет, никуда не девается, не скручивается, и все хорошо. В носочках я попробовала применить из своих швейных причиндалов вот такую вот вещь, держатель нити. Вот такая вот удочка телескопическая. На любую высоту, как удобно. Но это она у меня стоит сзади за машинкой швейной. Подача нити здесь идет, то есть сюда ставишь нить, ну, бобину. Бобину. Но здесь бобина вязальная, да, а там она швейная. Но в любом случае жопка у всех одинаковая. Вот это вот. Конусы, да, у конуса. Поэтому она тут прекрасно зафиксирована. Вот сюда ставишь, и все. И пошел так. И тянешь ее, что угодно с ней делай, крути, верти. Она никуда не денется. Она находится по центру над бобиной. И никогда ваша нить нигде не запутается. И вяжешь, бросил ли, продолжаешь. Вообще, как угодно. Пониже поставил. Повыше, как удобно. Бобина тоже бывает повыше, пониже. В общем, вот это у меня незаменимая вещь. И я как-то отошла от таких тяжелых. Ну, опять же, может быть, плечевые сейчас не вяжу. Но это ладно, это мы о бобинах. А мы же еще вяжем из моточков. Моточки здесь ни в чем не проигрывают абсолютно. Вот моток, норд, нить никуда не девается. Лежит себе моток не без движения. Я вяжу из центра мотка. В любом случае, ну не знаю, крайне редко, если требуется узор там какой-то в секционке, чтобы подача была сверху. А так всегда беру нить из центра. Неважно, кейк это или моток пряжи. Вот я вытащила серединку, но тут небольшая борода, поэтому вот распутываю. Но в целом смысл понятен. В любом случае фиксируешь ее здесь, жопку растопыриваешь, нить там прекрасно идет из середины. Никуда она не денется у вас. Вы тянете себе и тянете. Ой, я этот качнула, подождите. Да.
И вы наверх тянете ниточку и вяжете себе спокойно. В основном здесь, конечно, кейк. То есть само положение этого мотка немного некомфортно. Если снять этикетку и сделать моток более площим, правильно, есть такое слово, плоским, то вот так вообще никуда не денется моток. Вот, все вяжется, все прекрасно, из центра идет. Моток как мамонт лежит, вот он абсолютно без креплений. И все, и поехали. Вот я уже размотала вот сколько ниток, и никуда моток не денется при любом вашем натяжении, слабо ли, сильно ли. В общем, вот на этом я остановилась. И сейчас вязала с добавлением люрикса. Вот наш люрикс. Это вот на кладку. И вот сверху. Тыдыщ. И все прекрасно. И тянем. И поехали. Да? Вяжем. Не страдаем, не мучаемся. Такой вот современный must-have, да? Такая вот приблуда. Вот сколько я размотала, но это все пригодится. Сейчас замотаем назад и, надеюсь, пустим в дело. И покажу вам раритет. Вот такой раритетик. Я не знаю, знает ли кто-то это, а может быть, помнит ли кто это, что это такое. Вот такой грибок. Лампочкой раньше пользовались также, и вот таким грибком наши бабушки, рукодельницы, я думаю, тоже знают, кто пенсионного возраста, как я, или пенсионного, ну, мы не о возрасте, что это грибок для штопки трикотажных изделий. Вот так, пяточка, да, то есть натянул, неважно что, локоток, пятка, это трикотаж. И пошел соединять все петельки, двигаешь и спокойно штопаешь. Сейчас не штопают носки, конечно, вяжут, дырки появляются, выкидывают, но раньше вот такой предмет был незаменим. Я помню его у мамы, у бабушки, и бабушка мне даже в детстве не давала с ним никогда поиграть, никогда. Здесь у нее хранились иголочки, там что-то, всякие булавочки, кренделечки. А, ну, у меня, конечно, нет, потому что в органайзере в другом месте. И он у меня скорее как раритет. Ой, я использую его, ну, вот, для красоты, как память. И сыну отдавала в школу раритет семьи. Поэтому, ну, я точно знаю, что если мне надо что-то заштопать, я им воспользуюсь по-любому. Ну вот, собственно, и все. Все мои приблуды. Теперь, я надеюсь, точно ничего не забыла. Спасибо вам за внимание. Пишите ваши комментарии. Какое у вас впечатление? Что вы нового для себя открыли? Что вы увидели? Что вы узнали? В общем, до скорых встреч. И спасибо вам большое за внимание. Всем теперь уже точно. Пока.